Друзья, закончился поединок между командами «Атлетик Київ-2» и «Гармата-2». Мы берем интервью у капитана и у вратаря команды «Атлетик Київ-2» Олега Блокина. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Олег, уверенная победа у одного, я думаю, из далеко не слабых коллективов нашего дивизиона, из одного из опытнейших коллективов. Что можешь сказать, за счет чего вам удалось сегодня победить? Ну, во-первых, коллектив очень хороший у нас подобрался. Во-вторых, собрались спокойно и... свой футбол, так сказать, сыграли. Сегодня не было твоего визави, дублера. С чем это связано? Или ты его вытеснил? Нет, к сожалению, его забрали в армию. Значит, вытеснил. Ну, вытеснил. Так это возможно. Сказал, где живет военкомат. Да. Это тоже, в принципе, правильно. Да. Вот. Что можно сказать по поводу соперника? Ожидали ли вы, что так просто сложится для вас игра? Или вы рассматривали их, разбирали игру, так хорошо подготовились? Или просто сыграли свой футбол, и ваш футбол был сильнее? Да, так можно сказать. Сыграли свой футбол, подготовились чуть-чуть и переиграли соперника, я считаю. Ты сегодня отстоял на ноль. Спасибо защите. Или считаешь, ты сегодня был на высоте? Всей команде в первую очередь спасибо. Моя игра – это моя работа. Хорошие слова. Спасибо. Удачи. Все. Спасибо.